Надежда Бабкина купила молодому фавориту квартиру за 47 миллионов. Квартира в Москве в районе проспекта Мира куплена Сергею Рябову. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей. На ремонт этой двухкомнатной квартиры ушло еще 10 миллионов. Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, он перестал с мамой разговаривать. А пока в театре строят персональный кабинет для Сергея Рябова. Забрали у артистов театра две гримерки, делают из них гнездо для него. Теперь артистам гримерок не хватает, но Бабкина разводит руками. Сергею Михайловичу нужен кабинет. По словам сотрудников театра, новый фаворит зарабатывает немалые деньги. Почти 500 000 рублей в месяц Сережа якобы получает. Рядом с ним Надежда Георгиевна расцвела. Посмотрите, как она постройнела, как модно стала одеваться. Сережа следит не только за делами ее театра, но и за стилем Бабкиной. Они в последнее время неразлучны, вместе на работе и на отдыхе.